Друзья, всем привет, меня зовут Артём, вы на канале Курок ТВ. Продолжаю с вами проходить Infamous Second Son. Так, ну что, мы Сколько около... я был в отключке? Неделю. Ого, так Дес поставил все это за... Да. Они не скучали. В общем, мы остановились у блокпоста. Как их зовут? Дес? Дес, да, у блокпоста Деза. То есть проходим в город, проходим в Сиэтл с вами. Значит, идем дальше по сюжету. Пойдем, я загляну к друзьям-копам. Может, удастся получить доступ к базам данных. А ты пока сиди тут и не высовывайся. Они могут занервничать, если я приду к ним с биотеррористом. Ладно, босс. Так, ну я прошел. Мне дальше надо? Я дальше не пройду. Я же могу перепрыгнуть. Почему я не могу перепрыгнуть? Дайте мне перепрыгнуть. Зарегистрированное оружие. Я из полиции. В автобус не пускает, с друзьями не знакомит. Так, сканер какой-то. Так, ну окей, он прошел, и что? Так, использовать сканер. Пожалуйста, приложите палец к сканеру. Пожалуйста. Обработка. Обнаружен проводник первого уровня. Разрешено уничтожение. Серьезно? Вас немного? Делсин, беги! Нет, нахрен! Чё я сделал? Я в текстуре застрял, алло. А что случилось-то? Я не хочу драться ни с кем, зачем? Все, 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 спокойно. Что это такое? Открыть дверь. Так. Подозреваемые спасены. Так, ребята, а я вообще что сделал? Я вообще ничего не сделал плохого. Вредно держать все в себе. Так. Вы получаете слишком большой Рейдж урон. На башнях! Вижу! Надо, короче, сдать назад чуть-чуть. Так. Секунду. Что-то все это в текстуры проваливаюсь. Надо как-то с ними драться. А как драться с ними, я не понимаю. Ты что, по толчкам бегаешь? Так, меня, короче, уже подзаебало горожане, это. Горожане, ни в чем не виноваты! Не, а горожане-то при чем? Так, помогайте, чё? Не, я не успел, быстро слишком. Помоги. Ребят, прекращаем, прекращаем это. Реально, я не хотел драться, я все хотел по закону. Ага. Так, что-то я делал. Короче, я людей так вырубить. Я людей как бы поднимаю. Так, чуть-чуть назад за стенку. Хорошо. Чуть-чуть постоим, восстановимся. Можно обратно идти. Хорошо. Куда ты, блядь, побежал? Делси, мы разделились. Ты как? Я зашибись. А чё они забегали? Сижу тихо. Ладно, не привлекай внимания. Я позвоню, если что найду. О, нормал, тут можно залезть, короче. Так, вырубаем. Вырубаем. А как вы хотели? Пришел в город я такой, значит, короче, да? И ни с того, ни с сего на меня нападает. Ладно бы я что-то сделал плохое, но, блин. Зачем исполнять такое? Так, поднимаем. Давай, братик.
Так, нам надо, получается, нейтрализовать бойцов Деза. Какого хрена? Вы же должны защищать их от меня! Можно им эту штуку сказать? Внимание, вы выходите из запретной зоны. Короче, глаза и уши у Деза повсюду. Ну, тогда выколем эти глаза и отрежем уши. Так, вижу тебя на GPS. Рядом их мобильный штаб. Если выведешь его из строя, им будет гораздо сложнее за тобой следить. Мобильный штаб, понял. Слышь, а как я его узнаю-то? До свидания. Это такой большой бронированный фургон с телекоммуникационной аппаратурой на крыше. Нашел вроде. Крутая тачка с огнями и металлической хренью наверху. Так, хорошо. По краям должны быть панели для вентиляции. Их надо разбить, тогда ядро перегреется и откроется. Ладно, разбить боковые панели. Бля, боковые панели, подожди, мне восстановиться надо. Еще тут, что ли? Как это приятно. Мало энергии. Так, мне нужно дым взять где-то. Так, здесь бежим чуть-чуть. На карте показана камера. Можно это сломать? Хорошо. Королева Анна. 99% под контролем Деза. Мне нужен дым. Дым нужен. А где его взять? Так, на крышу полезем, посмотрим, что тут есть. Куда ты лезешь? Вырубаем. Так, нормально. Я думал, я сейчас вниз. Но нет, вниз не получилось. Хорош. О, а вот отсюда дым нельзя взять? Поглотить дым можно. Хорошо, отлично. Значит, с крыш можно все-таки набирать. Так, поднимаем. Лежать. Так, иди сюда, Вась. Да нет, вы... На, блядь. Помни, нужно найти и уничтожить мобильный штаб. Это облегчит нам жизнь. Куда, куда, куда ты побежал? На, еблом вниз лежать, ну. Так, уничтожьте вентиляции, решетки на мобильном штабе. Какие решетки? Ага. Понял. Так, это вы сделали. Хорошо. Ой, бензин кончается. Нашел источник питания. Он должен быть на крыше. Опа, опа, сдаетесь, да, пацаны? Давай. А ты-то куда побежал? Подожди. С тобой-то я не закончил. Так, на крыше. Окей, так. Хорошо. Ага. Зато подкрепление, походу, приехало какое-то. А вот и ремонтник. Хуеси. Я люблю парней поменьше. А ставки-то повышаются. Поэтому люблю парней поменьше. О-о-о-о-о-о-о. Это то, что нужно. Ух ты, блядь. О-о-о! Серьезно.
Да блядь, да ты чё такой сильный-то нахуй? Я знаю, что ты там. Сюда. Спрятался, прикинь. Поглотить дым. Раз. Куда? Эй, Делсин, я тут вот о чем подумал. У бойцов Деза бетонные способности. Поглоти силу кого-то из них и пошли домой. А если не сработает, значит ты ошибся, и тоже можно идти домой. Да. Ну что, кабан? Поглотить энергию. Ой, зараза. Ну, получилось? Не успел. Дес налетел со всех сторон. Тогда вали оттуда. Да, гениальный совет. Так, мобильный штаб уничтожен. Награда за освобождение района. В районе Королева Анна доступны побочные операции. Энергоосколки отображаются на карте. Доступна точка возрождения в районе Королева Анна. Битва за освобождение района Королева Анна началась. Уничтожьте силы Деза, их укрепление и устройство наблюдения для начала боя за район. Победите Дез и получите пункт быстрого перемещения в район Королева Анна. Так, камера, до свидания. Операция завершена, добро пожаловать в Сиэтл. Да, хорошо, меня вы встретили, конечно. Дался. Слушай, Реджи, а твои друзья-копы случаем не в курсе насчет этих ретрансляторов? Да их понатыкали по всему городу. Полиция Сиэтла за ними приглядывает, потому что Дес так и не объяснил, зачем они нужны. А ты можешь выяснить, где они понатыканы? Ну да, я же сказал. Скинь мне тогда координаты на телефон. Чтобы ты высосал из них новые силы, обойдешься. Вот оно как. Родной брат хочет, чтобы на бой с ультра-мега-биотеррористкой я пошел не в лучшей форме. Ну, я такого не говорил. Ладно, тогда не буду откладывать. Рвану прямо сейчас к Августине, чего тянуть. А там уж как повезет. Ладно, ладно, хватит. Ты только не лезь к Августине. А я сейчас вышлю координаты. Спасибо, так. Реджи, ты самый лучший брат на свете. Нет, лучший брат на свете. Запер бы тебя в шкафу в Сэмон Бэй до конца твоих дней. Вряд ли шкаф долго продержится против проводника, но спасибо за заботу. Блин. Во, нормально. Ой, братан, а ты чё лежишь? Ну-ка вставай. Редж, ты бы только видел. Дес весь город раскурочил. И люди ходят какие-то все пришибленные и испуганные. Это называется военное положение. Чтобы контролировать город, нужно сломить его жителей. Это точно, они как армия оккупантов. Ты только не кричи на всю улицу. Так, наркотики опасны и противопоказаны. Что жди их, чтобы повысить свою репутацию героя? Смысл? А это кто такие? Пацаны, я просто на крышу залез, вы чё? На, нахуй. Враг казнен. В смысле, я случайно же? То есть, короче, нельзя с ноги их бить. Так, и что я сделал? Наркотики опасны, хорошо. А, вот, на карте же шприц нарисован, типа. Ты чё тут ползаешь? А ты чё? Вась. Вот это нехорошо будет сейчас. Так, возьмем дымка. Так, кто тут стрелял по мне? Так. Мистер Секси, мистер, это я. Так, дымка. Для рывка. Бля, я из-за тебя атаковал активиста, ёбаный в рот. Я случайно.
Так, как мне... Я не понял. Ну вот, я, короче, здесь. Где шприц нарисован? Наркотики, как говорят. Плохо. Но я вот не понимаю, я что-то должен здесь делать? А что я должен сделать? Непонятно. Может, что-то найти надо? Я же всех положил здесь, алло. А это что такое? Конфискация наркотиков, все. Отлично, я все выполнил. Так, идем дальше. Это мы, получается, сейчас найдите ретрансляторы. Так, давай-ка сюда, скорее всего, наверху, да? Реджи, те ретрансляторы, которые мы видели по пути сюда, наверное, уже покоцанные были, а то этот плотно запечатан. Вряд ли Десс одолжит тебе ключи, так что придется как-то сломать защиту. Ну, к счастью, ломать я как раз здорово наловчился. Так, лежать. Так, берем. Я у него лицо такое. Короче, супер удар какой-то, видимо, с кулака. О, шикарно получится. В асфальт. А ну-ка, поберегись. Так, нажмите в прыжке квадрат, чтобы выполнить падение кометы. Пацаны, вы чё разлетели? Да? Хотите еще разок? Так, здесь летает дрон. Эти куски тоже нам нужны. Синие, которые... Еще выше, что ли, получается? Так, а тут... А, вот вентиляция. Так. Где он летает-то? Он ниже, что ли? А, вон он. Хорош. Забираем. Самое оно. Так, доступны улучшения. Давайте мы сначала возьмем ретрансляторы, наверное, эти все. А один вот справа, видимо, в закрытой части. Так, на карте какой-то замок. Что за замок? А, понял. Так, ребят, секунду, вы что-то, блядь. Воу-воу-воу-воу. Ебать, стреляют. А, хуя себе ты там, слышишь, выряешь. Веселые вы ребята, конечно. А вы падать-то будете? Отлично. Так, отлично. Секунду, дядя, секунду, блядь. Куда ты? О, пиздец. Блядь, я случайно с ноги уебал его. Оу! Ты кто? Алло, блядь. Вы чё, все камнями, что ли? На. Камнями все умеете кидаться, да? Так, это я, пожалуй, заберу. Боже, сколько же в этом городе дезовцев? Ну, к счастью, у тебя численное преимущество. Ты считать-то умеешь? Армия из одного человека быстрее, легче и неприметнее. Плюс они будут тебя недооценивать, пока не станет слишком поздно. Может, ты тогда им это объяснишь, и пусть сразу сдаются? Зачем? Я же испорчу им сюрприз. Ты прав. Короче, какой-то паркур здесь неестественный, если честно. Он так легко забирается и где-то. У них тут блокпосты и камеры буквально на каждом углу. Им хорошо, они играют на своем поле. Вообще-то, это не их поле. Ты это им скажи. Ебать, так быстро.
Надо было пострелять, а не ударять. Ладно, хорошо. Что-то новенькое. Какие-то ракеты или что это? Я не понимаю. Все понятно? Туда пути нет. Только сработать. Нажмите R1, чтобы выстрелить пепельной ракетой по бронетранспорту. Ху-ху. В натуре. Реально сработало. Поглоти дым. Кайфарик. О, чё лежим? Показывает, сколько у вас... Так, ракеты, показывает, сколько у вас осталось пепельных ракет. Чтобы восполнить запас ракет, найдите источник дыма. Хорошо. Так, опять наркоманы какие-то там. Я так понимаю, это какие-то дополнительные, наверное, да, задания? Ой, а. Так. Барыги, вы чё? Алё, блядь, пушку убрала. До свидания. Оу. Откуда? Конфискация наркотиков. Подожди. Я не закончил, он там остался еще. Вот теперь все. Так, отлично. Погнали дальше. Так, надо выпустить отсюда людей. Я не понял. Это было круто. Воу. Что произошло только что? Почему меня подкинул? Так, алё, кто там стреляет мне? А, ты сдаешься? Ты сдаешься, сыкло, блядь. Сдавайся. Так, лежать, не вставать. Не рыпаться. Так, я пошел дальше. Нормально? Думаю, вполне. Нахуй прижало всех. Людей они здесь держат, просто, прикинь. Просто обычных людей. Гандоны. Подозреваемые спасены. Не похер, я все буду ломать. Все, что Деза тут, я буду ломать. Так, а мне назад. Ты что ты орешь-то? Я же тебя не трогаю. Блин, кайфово бы, если бы он летать нормально умел, хотя бы подольше. Так, а это что? За значок кирпича. Знаешь, с учетом того, как быстро я прогрессирую, еще одна-две новых силы, и уже можно штурмовать ее замок. Ну, конечно. Не задавайся. Она недавно у тебя на глазах развалила стальной мост. Надеюсь, ты не забыл? Значит, думаешь, еще одной силы маловато будет? Именно так. Съебались. Ой, мирный житель убит. Я случайно. Так. Я думал, может, их разогнать надо. Что делаем? Хуя, через машины даже можно проскальзывать. Нормас. Так, снова наркоманы. Пацаны. Ну чё, вы, блядь, не знаете, что ли, что наркотики это плохо? Да, барыги ебаные, блядь. Нет! Хорошо. Угомонись. Сука, в коробке, блядь, застрял. Ну ты прикалываешься, серьезно? Зарядка кончается. Уяк. Пацаны.
Так, я думаю, надо отсюда чуть-чуть съебаться. А я плавать умею, кстати, интересно? Нет, не умею, вернитесь на берег. Жалко? Ну ладно. Так, давайте ретранслятор последний, наверное, возьмем, да? ТДС, блядь. Ща им прикурить дам, погоди. Ща, ребят, ща, 5 секунд, ща дам прикурить, подождите. Так, где вы там? О да, так гораздо лучше. Охуенно? На, покури, блядь. Ха. Все, блядь. Ничего не можете сделать, короче, я понял. Слабаки, блядь. Поглотите дым. Хорошо, это взяли все. Так а что, тачка ДЭС сломаться-то может или нет? Или она что, бронированная, что ли? Так, идем дальше. Редж, ну и зрелище. Тут вообще никого. Паромы больше не ходят. То же самое в аэропорту и на вокзале. А теперь и моста нет. Город в полной изоляции. Тяжело нам придется. Надо же, а я ведь твердил тебе об этом последние 10 часов. А вот он играет тут, почему? Значки какие-то показаны. Типа, вот он играет, да, музыкант, типа. Ему ничего нельзя подкинуть, денежку или что? Ну ладно. Просто зачем их тогда на карте показывать? Как по-твоему, ДЭС во всех городах так себя ведет? Говорят, что да. И почему народ это терпит? Да просто большинство людей на самом деле не готовы рисковать жизнью ради свободы или права быть счастливыми. Не, не думаю. Так, отлично, мы все собрали. У меня хорошее предчувствие. А это что? Нажмите L1, чтобы бросить серную бомбу. Кашляющие враги не способны защищаться. Отсоси! Ты чё такие эти? Пассивное курение вредит здоровью. Глупости говоришь, не надо. Оп. Хорошо. Реджи, я все те ретрансляторы уже опустошил. Давай новые! Ну уж нет, хватит с тебя. Ты чересчур заигрался в биотеррориста. Тебе надо залечь на самое дно и не высовываться. Что ты заладил? На дно, на дно. У меня все супер, лучше не бывает. Еще хочу. Нет, я сейчас в паре с детективом из местного управления разрабатываю одну версию. Но я тебе больше ничего не скажу, пока ты не успокоишься. Ладно, ладно. Я залягу на дно, что бы это ни значило. Так, операция завершена, дым в глаза. В смысле? Я не буду на дно ни на какое лечь? Что случилось? Я не доиграл, алло. Прикинь. Так, так, я тут выяснил кое-что про систему связи ДЭСа. Есть командный центр. С его помощью они координируют действия во всех районах. Ну и где искать этот мега важный командный центр? Ну, что ты так давно мечтал увидеть в Сиэтле? Ни хрена себе! Space Needle? Space Needle. Так, королева-злодейка Преста Аресто. Так, это граффити, давай попробуем. Так, спасибо, реклама баллона. А, хорошо, давай покрасим. Ща я тут по-разукрашу граффити. Так, это готово. Окей. Сука, вандал ебаный. Угу, готово. А, он сейчас без меня что ли закончит? Человек из сказки и баллончик краски. Хуя себе фразочка, блядь. Теперь вы страж порядка, на шаг ближе к славе героя.
Отлично. Воу. Фига себе. А что, нельзя на нем прокатиться? Так, ладно, я обещал прокачаться. Space. Так, подробности. Как осколки? Как вот это переключить? А, вот все, нашел. Так, хорошо. Осколков 10. Надо что-то прокачать. Едкий пары. Приступы кашля у врагов длятся дольше. Кашляющих врагов можно вырубать треугольником. Это повысит вашу репутацию героя. Давай. Большая серная бомба. Увеличивает радиус действия серной бомбы. Хорошо. Кашляющих врагов можно вырубать. Серных хедшоты. Попав дымом, стрелой R2 в голову противника, вы вызываете у него приступ кашля. Кашляющие противники можно вырубить треугольник. Это повысит вашу репутацию героя. А что еще есть? Быстрое поглощение, двойной дымовой рывок в воздухе. Вот это надо. Быстрое поглощение. Вентиляционное исцеление. Если совершить рывок сквозь красную вентиляционную шахту, у вас частично восполнится здоровье. Хорошо. Ну все, тут вроде нормально все. Фига себе. А, ну короче, если ты плохой... Ебать. Прикинь, то есть, короче, у злодея, типа, если ты, короче, прокачиваешь злодея, то всякие другие фишки, типа, есть. Репутацию злодея и всякие разные фишки. А у меня такого здесь нету, да, вроде? Орбитальное падение недоступно. Когда индикатор серии заполнится, нажмите вниз, чтобы взмыть воздух, а затем рухнуть вниз, вызвав разрушительный взрыв во время падения. Вы можете менять курс с помощью левого джойстика. Поддув. Но это есть. Мощный вентиляционный прыжок. Бля, короче, надо прокачивать тогда и этот. И то, и то. То есть сейчас... Ну, конечно, героем, типа, можно быть. Но нам придется быть плохим тоже, чтобы все прокачать. Тут до хера всего. Офигенно. А он, наверное, будет... Короче, только когда у меня репутация будет херовая, я смогу быть красным. Ну, вот этими, типа... Красными стрелять. А когда я добрый, я могу только вот типа нормальными стрелять. Ну все понятно, короче, нужно прокачивать и то, и то. Так, понял. Блядь, что случилось там? Да я, блядь, в голову ему попадаю, блядь, да ну нахуй. Так, я пошел отсюда. Хотя не. Вы думаете, реально я уйду отсюда? Вы хотите, да, меня трахнуть? Я вас сам трахну. Да ладно. Блять, да ладно. Вы знаете, вы меня, походу, плохо знаете, короче. Я... Сейчас все сделаю, блядь, раз вы такие крутые, блядь. Так, где этот летает? Пониже, да, наверное? Коптер. Так, забираем. Так, вижу еще один. Не-не-не, стой, не улетай, пожалуйста. Оружие к бою, ебать. Вкусно.
Так, пока не тратим это все дело. Жебать плохой, я жебать плохой. О-о-о-о. Кто сдается? Будем прокачивать и тогда плохое тоже. Так, окей. Репутация. Так, а можно тачки взрывать? О, кстати, вот дым, вот дым. Я просто думал, можно взорвать тачку, типа, чтобы было все окей. Так, еще одна машина. Так, и отсюда еще возьмем вторую ракету. Заполним. Отлично. Так, секунду. Нам вообще вот туда надо идти. Сейчас мы там устроим праздник ребятам. Хорошо. Мирный житель убит. Я не хотел его убивать. Так, тихо. На, блядь. Дым поглощаем. Блядь, слышу, ебан. Я пуляю ракетами прямо из рук? Нет. Так, дым забираем. Так, я не понял, нахуй, что за хуйня, что за беспредел, блядь. Ребят, вы что-то, блядь, попутали, если отсюда стреляете. Пожалуйста. Пожалуйста! На здоровье. Блядь, что за уебан там летает? Ага, вот так вот, да? Бля, ебать они там щиты себе делают. Секунду, блядь, не закончил. Нахуй, иди отсюда. А с ними только так и надо. Ебать ты, крыса, нахуй, такая охуевшая. Ты, короче, сыкло, да? Я тебя понял. Бля, слышь, сыкло. Хватит улетать. Они, короче, улетают, я ничего не могу сделать. Вон, смотри, он там себе ставят всякие темки. Бля, где ты? Сука, на нахуй. Куда ты, блядь? Не знаешь уже, да, куда тебе прятаться? Я понял. Даже не думай. Так. Ладно, я буду только дезерсов пиздить. Людей-то не надо. Люди что сделали плохого? Так, с этой стороны сейчас тоже. Окей. Ах ты, сука. Нахуй на месте, раз, два, блядь. Ты тут сидишь, да, уебан? У меня дыма нету. Так, это... ломаем. Ебать.
Вот отсюда и возьмем дымка. Награды за освобождение района. В районе Сиэтл доступны побочные... Ага. Все то же самое. Осколки. Не осколки. Берем. И это берем. Так, я не понял. А, человек. Человек поднимаем. Так, отлично, забрали. Вставай, не надо. Так, я не понял. Так, хорошо. А типа, если я рисую, типа, граффити влево, вот эти красные, то репутация тоже, да, уменьшается? Типа, плохой я становлюсь, я понял. Скорее всего, так и работает. Но вот эти вот яростные, короче, его всякие темы, вот эти, когда он красным стреляет, там намного круче они. Они намного круче, серьезно. Вот это особенно, блядь. Прикинь, просто такой берешь, делаешь эту, типа, рывок, и просто берешь за шею, типа, блядь. Вон, смотри, там, об колено. И... Короче, будем прокачивать. Значит, я силы пока не трачу. А голову с плеч. Бегство гномов. Короче, нет, я пока это не буду делать. А это как он там назывался? Space Needle, вышка, да, вот это? Так, ребят, давайте, наверное, на этом моменте остановимся и продолжим в следующей серии. Вам всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.